Смотрите казахстанское кино, поддерживайте действительно отечественного производителя, потому что на самом деле все, что мы делаем только для вас, только ради вас. Асель Садвакасова – личность очень разноплановая. Она актриса, журналист, певица, продюсер. Перед приездом Асель кинотеатр «Синемакс» заполнен людьми. Все ждут премьеры фильма «5 причин не влюбиться в казахам». А посмотреть вы можете его в кинотеатре «Синемакс». Алло, Сарашка, че, испугались? Дуархан, чем бы? Да. «5 причин не влюбиться в казаха». Также вышел фильм «Бизнес по-казахски в Америке». Это впервые, скажем так, в истории казахстанского кинопроката, когда два фильма вот примерно одного жанра вышли. Поэтому поддержите их оба. Мы не конкурируем, мы просто хотим показать, что мы растем, рынок растет. И надеемся на вашу поддержку.